КамАЗ опять 20 совок. За дня разгрузки 17 года. Евро 4. Мосты КамАЗ. Цена его 3400. И он свободен, друзья. Он свободен. Так как остальные КамАЗы все заняты. Нет, на самом деле 2 17 и 3 16 сейчас свободно. Это все клиента. Клиента. Так что вот так. 5 машин. Ну что, заведем, покажем вам, что из себя представляет эта машина. Включим мы массу. 35 его пробег. Поехали. Слышно? Видно? Коробка ZF-16. Кстати, вот эти все КамАЗы идут в лизинг. А ты что скрываешься, не пойму? Убегает, смотрите-ка. Шпион. Как вы видите, здесь у нас мосты китайский Мерс под лицензию МАНа, а здесь мосты КамАЗ. Так и живем, дорогие друзья. Коробка ZF-16 и никак иначе. Здесь все стандартно. Ах, портвейн! Что за портвейн? Всем портвейном портвейн. Вот так. Вот так. Колеса, видите? Везде разные, как правило. Какой клиент хочет, такой ставим. А здесь такой вообще елабужские ребята просили батоны вперед, запаску новую, так же как все сзади. Вот КамА. Иню 701. Круто? Круто. Вот так.